Бівел – український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Юба Кигарь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, сегодня 16 января, уже зимовка подходит к концу, и самое время подумать о весенней обработке пчел от клеща. Многие пчеловоды это делают, и мы начали такую процедуру делать, так как все равно какой-то клещ в... После осенних обработок остается какой-то небольшой процентаж. И, конечно, весной его очень хорошо убрать, если это делать вовремя. Если же это уже делать, когда будет куча расплода, соответственно, это не очень эффективно. А когда это можно делать до того момента, как начинается печатный расплод, соответственно, это довольно эффективно и может повлиять потом на ваш весь остальной пчеловодческий сезон в целом. Многие из вас знают, кто смотрит наш канал, кто не знает. В этом году, в прошлом году, который закончился недавно, мы проводили сотрудничество с компанией Бивел. Это во Львове находится такое предприятие, скажем так, оно занимается так массово, профессионально, скажем так, это большое предприятие, это не какая-то шарашкинная контора, это международная такая компания, которая занимается ветеринарными различными препаратами, кормами для различных, как бы скажем так, короче, ветеринарная компания. И она пару лет назад как начала осваивать нишу пчеловодства. И начала изготавливать разные продукты, как для лечения, как для профилактики и тому подобное для пчел. И они нам предложили в прошлом году сотрудничество, чтобы мы поиспытывали ихние полоски. Мы их целый сезон использовали, показывали. Но на данный момент как раз как бы можно понемногу ощущать, насколько это была эффективная обработка, неэффективна, стоит ли дальше продолжать, не стоит продолжать. И пару дней назад у меня был разговор с представниками компании BVL, где они позвонили, предложили дальше продолжать сотрудничество в плане того, что тестировать их полоски, продолжать дальше. И для того, чтобы решиться, ну, как минимум мне надо понимать, какой итог я получил в течение 2021 года. Потому что обрабатывали, клещ падал, делали контрольные, как бы, такие проливы с каботоксом, клеща особо не наблюдалось, все было более-менее нормально, но тем не менее, сейчас такой промежуток времени, где можно проанализировать все-таки, насколько была эффективна обработка. По некоторым состояниям пчелиной семьи это можно легко понять. Если клуб собрался, сидит спокойно, это говорит о том, что да, все-таки мы хорошо, качественно обработали. Но тем не менее, если же все-таки пчела была уставшая от клеща и клещ какой-то оставался, возможно, как бы повышенная осыпь пчел на доньях, сейчас на ульях. Соответственно, для того, чтобы нам решиться, так как компания BVL ждет просто-напросто нашего ответа, будем ли мы дальше продолжать с ними работать, выгодно ли оно нам, не вредим ли мы этими экспериментами своим пчелам, соответственно, нам надо самим решить для себя, будем ли мы с ними дальше сотрудничать или нет. И для этого сейчас мы вместе с вами посмотрим выборочно какие-нибудь семьи именно на количество подмора. Я поставлю такой акцент на том, что, потому что у нас много разных умников, которые расскажут о том, о, недавно было потепление, все пчелы летали и дно почистили. Это если вдруг не будет подмора на дно, и некоторые будут так предполагать. Но, друзья, скажу так, когда было потепление, я вам снимал ролик и говорил, что у нас падут дожди, падали, ну, вообще, взрывы падали, постоянно одни дожди в то потепление, и никто у нас не летал. За мою там скоро там 15-летнюю практику пчеловодства, ну еще 15 лет нет, чуть меньше, у нас всегда в декабре, после 15 числа декабря всегда был облет. Иногда даже 27 декабря. Но в этом году у нас даже весь ноябрь пчелы сидели. У нас вот такого года безоблетного я давно не помню, потому что мы находимся на Закарпатье, как-никак в теплые дни бывали. А в этом же году у нас не было, как не в начале декабря, как у многих в Украине это было, так же у нас не было сейчас и вот недавно, когда опять были вот эти теплые дни. Соответственно, у нас кусок времени пчелы просидели, он такой обширный.
И сейчас мы вместе с вами будем смотреть, анализировать, стоит ли дальше продолжать с ними работать. Так как скажу прямо щиро и дверто, оно мне выгодно, так как, ну, как минимум, я не трачусь на полоски, так как компания мне предоставляет для совместных опытов. Выгодно, выгодно. Соответственно, о чем мы и нет. И давайте вот мы видим, еще тут не ходили, не смотрели. Вчера только вместе с вами, где ролик снимали, там у нас протоптан. А сейчас будем ходить и смотреть. Но тут пчелок вообще нету. Ну, видим, тут тоже, скажем так, что нету. Ну, тут тоже нету. Ну, тут тоже десяток. Ну, тут штук 30-40. Ну, давай где-нибудь, давай туда сходим. Вот сюда сходим. И посмотрим тут. Тоже нету. Тоже нету. Тоже нету. Кстати, видим, что на дно валяются куски полосок. Так как первые полоски мы просто-напросто ставили так, как рекомендовал производитель, на зубочистку. У них как бы в комплекте идет вместе с полосками зубочистки, на которые рекомендовано было развешивать. Но мы заметили ту проблему, что пчелы вот разгрызают то место, где есть и зубочистка. Или вынимают зубочистку, или грызут там, и полоска, соответственно, падает. После первой постановки, а мы ставили таких постановок 4 по 3 полоски, мы обрабатывали, скажем так, довольно так хорошо. Ну, друзья, это наш хлеб, скажем так. И я на этом не стараюсь как бы экономить, так как и даже когда мы обрабатывали самодельными полосками, мы в любом случае обрабатывали более качественно. Мы ставили 3, а то и 4 раза постоянно полоски. А ты тоже нету. Ну и тут, можно сказать, тоже нет. Так, друзья, ну давайте хоть увидим, есть ли пчелы. Да. Пчелы есть. Ну, просто чтобы, ну, как-нибудь через одну посмотрим. Кто скажет, поднял. Там, где пчел нет. Пчелы есть. Пчелы есть. Сходим, давай сюда еще посмотрим. Конечно, поднятием крыши мы их немного, поднятием дна немного их тревожим. Видим, что поактивничали, да. Немного. Да, но тем не менее, надо было посмотреть. Посмотрели. Что мы имеем, друзья? Ну, имеем то, что и ожидали увидеть, так как мы, обрабатывающие и делающие контрольные смывы, мы предполагали то, что обработка была качественной. Эта качественная обработка привела к тому, что пчелы быстро перестали сеять, как и должно быть в нормальных здоровых семьях, так как в нашей регионе это ориентировочно 10-15 сентября, где уже практически не должно быть никакого расплода. После того, как приходили первые морозы, пчелы собирались в клубы. Это тоже говорит о качественных обработках. И сейчас мы видим количество подмора на одну улья. Это тоже говорит о том, что, соответственно, если и клещ есть в семьях, так как он в любом случае остается, его не так уж и много. Это не приводит к какому-нибудь раздражению пчелиных семей и падежу пчел в процессе зимовки. Так что, друзья, соответственно, ну, исходя из картины этой, конечно, продолжу сотрудничество с компанией IBVL, так как мы на своем точку из года в год уже начинаем ставить полоски, ну, конкретно мы, в первых числах марта. Почему так? Потому что, по нашим наблюдениям, в
таких ульях в нашем регионе, где сетка дно, пчелы начинают, вот наши конкретно пчелы, сеять ориентировочно в первых числах марта. И знаем, там, пускай будет там, до 10 дней, пока еще не запечатывается, и ориентировочно, ну, пускай будет в 10-х числах марта, у нас только начинается печатный расплод. И если мы до момента печатного расплода успеваем поставить полоски, соответственно, тот оставшийся клещ, ну, есть вероятность убрать того оставшегося клеща, который остался в гнездах. И, соответственно, вот сейчас посмотрели, приняли решение, что нас все устраивает, и, соответственно, продолжим дальше сотрудничество. Так что, друзья, весенняя обработка, как бы сказать, ну, некоторые не прибегают к весенней обработке, так как ну, пытаются взять весенние меда. Но, опять же, у компании BVL есть различные виды полосок. В прошлом году мы брали все три их полоски. Это как на амитразе, флумитрине и на тауфлаволинате. Соответственно, можно для себя всегда выбрать полоски, те, которые ну, можно ставить, скажем так, в момент, ну, или не в момент, до момента сбора первых, как бы, медодаев, скажем так. Так что можно всегда подобрать для себя рабочее вещество. Кстати, компания сейчас еще тоже запускает, как бы, такие полоски. Сейчас идут клинические испытания. Экологически чистые, или как им сказать, или, ну, короче, без химии, или как это сказать. Ну, те полоски, которые можно будет ставить даже в момент медосбора. Но когда они только уже для себя их испытают, соответственно, я думаю, и мы их получим на пробы на своей пасеке. Все, друзья, вот такие вот приключения. Ну, давай где-нибудь еще там одну-две посмотрим. Одну-две посмотрим. Ну, вот так сидит семейка, видим, там, где дно не поднимали, сидят нормально. А там, где приподняли дно, конечно, мы их немного их взбудоражили. Да, ну тут тоже видим, что... Ну, давай еще где-нибудь здесь одну посмотрим. Ну, вот так семейка сидит. Ну и тут тоже подмора, минимальное количество. Все, друзья, на этом буду заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока.